Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Алекс Трейл. Мы продолжаем наши прогулки по Москве с каналом Алекс Трейл. Мы находимся в станции метро Тульская. Вот, посмотрите, какая у нас сейчас будет прогулочка. И мы решили посетить торговый центр Ереван Плаза. Вот мы находимся перед входом его. Вот посмотрите, такой высокий фасад. И вот в такую длину он идет. Перед нами, как обычно, новогодняя атрибутика. Ведь на носу у нас Новый год, друзья мои. Ну что, вы готовы посетить с нами торговый центр Ереван Плаза? Тогда оставайтесь с нами и досмотрите это видео до конца. Да. И в конце не забудьте подписаться и поставить лайк. Посмотрите при входе, какая сладкая тема. Прямо в бочках различные сладости. Ну что, пойдемте обследовать наш торговый центр Ереван Плаза. По традиции мы будем вам показывать все, что находится в этом торговом центре, и будем совсем мало его комментировать. К сожалению, в маске коронавирус не так все легко дается. Присутствуют магазины связной, куда же без них. Пан чемодан. Вот вы видите второй и третий этаж. Давайте поднимемся сразу же на третий этаж. Начнем с третьего этажа и потом будем последовательно спускаться этажами ниже. И попадаем сразу в Финфлэйр на втором этаже. Стейкхаус Гудман. Вот вы видите. Удобнее обзор вести даже вот со второго этажа. Вот вы видите магазины, которые находятся на первом этаже. Falconeri, Galzedonia. По правую руку от нас. Мойщики полов решили меня одолеть. Преследуют меня по пятам. Лаборатория современной косметики. Вот видите вы. Для наших прекрасных дам. Магазин Рейкер.
Сацкий, мир кашемира. Ну, вы все видите, Ривгош. Подружку мы встречаем в каждом, наверное, торговом центре. Ну что, продолжаем дальше обследовать наш торговый центр. Вот вы видите Соколов, известную торговую ювелирную сеть магазинов. И вот здесь у нас вот такая вот круговая обзорная панорама. Видите нижний ярус первого этажа. Лифт до четвертого этажа. Вот такие вот у нас красивые ездят. Посмотрите. И внизу находится у нас вот такой фонтанчик. Смотрите, какая подсветка красивая. По левую руку вы смотрите, по левую сторону вы видите Кофикс. Внизу Роберто Браво, Тезенис. Мы уже видели несколько раз эту торговую сеть в различных торговых центрах Москвы. Ну, здесь мы видим Анекс Тур. Как вы видите, бурно идет продажа новогодних туров. Таиланд, Турцию, Зимбабве, Никарагуа, естественно. Также Остин. И магазин Леди. Ну, большая часть молодежь отдыхает на диванах.
И вот мы уже поднимаемся на третий этаж. Вот есть такая вот обзорная панорама по магазину, какие рестораны. Шопинг по темам. Смотрите и выбираете. Третий этаж, друзья мои. Магазин карри. Совсем вдалеке, вот вы видите, кавказский ресторанчик, на четвертом этаже и грузинские каникулы. Здесь уже присутствуют фудкоры, кинотеатр Cinema Star, как вы видите. А также турагентство Туи. Четвертый этаж, друзья мои, самый верхний ярус, где находится у нас огромная видеоэлектроника. А также здесь детский мир. И вот грузинские каникулы, друзья мои. Кафе, которое нам нужно обязательно посетить. Сейчас у нас нет времени туда зайти,
но мы обязательно его посетим, побывав еще один раз, и может быть даже не один раз в этом торговом центре. Спускаемся вниз, заканчиваем наш обзор по торговому центру Ереван Плаза. А вот и зона фудкора. Китайская, вьетнамская кухня, теремок, ван бок, макдак, смотрите, крошка, картошка. Ну и, конечно, Бургер Кинг. Ну, в принципе, большой фудкорт, есть выбор, где посидеть и что перекусить. Ну что, друзья мои, спускаемся вниз и будем завершать наш обзор по этому замечательному торговому центру.